Приветствую дорогого зрителя на своем канале. Сегодня в этом видео я вам хочу показать результаты с кипятком. Делал петунию без кипятка, это из семян. Эта петуния вся у меня из черенков. Видите, как я ее запустил. Что с ней нужно делать? Ну, то есть прищипка, подрезка. Эти мы прищипываем, ну, к ним подойдем попозже. А это маточник, из которого, собственно, вырастил я вот эти все, почти все. Тут два разных сорта, их трудно определить. И я не запариваюсь там. У меня есть из этих двух вот такие синие с полосками. И вот такие похожие на Билайн, на логотип Билайна. Правда, интересная. Переходим к делу. Смотрим, у нас вот такие переростки, видите, да? И видите, из пазух идут вот листочки. Вот именно вот так и беру. Это, конечно, я уже считается, что запустил. Примерно раз, тут уже не видно, уже пазухи начали расти. Раз, два, три, четыре, ну вот по пятой. Вот так вот просто беру и отрезаю. Вот такие, теперь они будут аккуратные. Эта обрезка еще плюс в чем? Она замедлит немного рост растения. И мы, ну, еще сколько нам? Месяц до посадки на дачу. Сегодня у нас 6 апреля. Ну, примерно в первой половине я буду высаживать их на даче. Есть интересные задумки, как ее высадить, чтобы было красиво. И буду снимать про это видео. Ну, часть какую-то я раздам среди соседей. Хочу, чтобы наш остров после потопа был еще краше, чем до потопа. Ну и, конечно же, я вот это вот беру, вот это дело, вот так отрезаю. Можно втор в таблеточку сразу поставить. Я пока поставлю вот так водичку. Сейчас посмотрим несколько разных вариантов, если попадутся. Вот так. Ставлю водичку пока, а потом я уже отдельно, там даже вон бутончик, я потом ощипну. Отдельно их пересажу без видео. Давайте возьмем вот этот большой еще и один какой-нибудь из маленьких. Вот, у этой тоже видно вот из пазух. Внизу идут листочки, это уже она будет куститься. Мы также берем, тут не видно, так вот, раз, два, три, четыре, ну, примерно пятый, вот так вот, и отрезаем. Я, конечно, на видео все резать не буду, я вам покажу несколько вариантов. И вот возьмем маленький. У этого уже тоже снизу идут пазухи. Нижние листочки я трогать не буду. Конечно, может их лучше удалить, чтобы они отсюда. Но они пока не пачкаются от брызгов полива. И ничего страшного. Вот так же берем раз, два. И вот так вот просто отщипываем. Все, готово. И дополнительно у нас появился посадочный материал. То есть однозначно наш остров на несколько растений будет еще краше. Я в том году хризантемы раздавал. Кто смотрел мои видеоролики, это плейлист хризантемы, размножение, посадка и уход. Там было много просто вот этих вот штук. Да, немного продал, потому что просили. И они мне были по номерам. Я их прям кучками отдавал, там недорого. Так сказать, компенсировал все свои вот эти расходы на грунты. Ну, для видео все же покупаю. И вот, вот, здесь тоже все, все прям уже аж как заплелось. Ну все, я вот это буду вот так вот прямо тоже отрезать. Все, все. Я уже на вскидочку вижу, покуда я режу. И отрезаем. Про эти петунии. Вот, посмотрите. Вот эту часть я ошпаривал. В таблетках я их посев производил. Впервые, кстати.
ошпаривал кипятком, а вот те, которые поменьше, видно, что они такие прям маленькие. Я не ошпаривал. И тут также берем, отступаем. Это сорта совсем другие, но тоже ампельная. Отступаем также раз, два, три, четыре. И берем и прищипываем. Здесь еще пока из пазух не пошли листочки. Ну, в следующем они пойдут. И вот здесь вот так же. Раз и прищипываем. А эти я дождусь, когда они подтянутся, примерно как эти будут. И я проведу ту же самую операцию. Вот. С маточным кустом что я буду делать? Можно его отвезти на дачу, на остров, пересадить в грунт. В общем, посмотрим. Возможно, я нарежу еще черенков, чтобы такой горшок огромный не тащить на теплоходе. На этом заканчиваю свое видео. Есть вопросы, пишите в комментариях, не стесняйтесь. А то многие, кто из Хабаровска, почему-то Хабаровск самый стеснительный, я заметил. Пишите мне в личку, в группе пишите по поводу какого-то там того видео. На YouTube вы видели. И не стесняйтесь, пишите прямо вот здесь, вот под этим видео, в комментариях. Я всегда отвечаю на вопросы. На этом с вами прощаюсь ненадолго. С вами был Александр. Смотрите также другие мои видеоролики. Всем пока.